решение изменить приговор Вишневского городского суда в отношении одного из обвиняемых, которому было определено 6 лет городским судом. Значит, они Верховный суд изменил и окончательно определил ему 7,5 лет. Остальным участникам данного уголовного дела оставлено без изменений. То есть, как городской суд принял 9 лет второму сотруднику милиции, оно оставлено без изменений. И 10 лет это сотруднику рынка труда, который был фигурантом этого дела, тоже оставлено в этой части без изменений. Данное решение является, к сожалению, окончательным, обжалованным не подлежит. Но, тем не менее, мы разочарованы этим решением. Как вы уже знаете, городской суд изменил, значительно сократил сроки, и сегодня Верховный суд принял такое решение. Нами также было отмечено, что при занижении этих сроков городской суд учитывал смягчающие обстоятельства, как наличие у обвиняемых несовершеннолетних детей и так далее. То есть мы в этом случае в Верховном суде говорили о том, что смягчающие обстоятельства не должны были быть приняты во внимание, не для того, что они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, и необходимо учитывать характер, степень, тяжесть совершенного преступления, а также последствия того, что произошло, того, что они сделали. На сегодняшний день потерпевшая, она находится в очень подавленном психологическом состоянии, она нуждается в активной психологической помощи, нуждается опять в адаптации, ресоциализации общества. На сегодняшний день, после того, как она стала жертвой такого преступления, и очень тяжело житься в обществе, находить общий язык с людьми, и она потеряла абсолютно доверие к людям, особенно противоположному.